Приветствую вас, друзья, на своем канале MyKRC. Сегодня на распаковочке гексокоптер от магазина banggood.com. Давайте раскроем эту посылку и посмотрим. Вот такой красавчик, однако. Три луча, но по два мотора на один луч. Значит, это не трикоптер, а гексокоптер. Монитор сразу идет вместе с передатчиком. Интересное крепление. Не жесткое, а на демпфере. Наверное, специально сделано, чтобы не сломать. Стик газа подпружинен. Инструкция на английском языке. В комплекте имеем защиту пропеллеров. Комплект запасных пропеллеров. Инструмент, зарядное устройство. И сам аппарат. Камера 2 мегапикселя, должна передавать видео в разрешении HD, записывать, вернее, а не передавать. Должна быть еще флешка в комплекте, сейчас я ее найду. Две отвертки разного калибра. Запасных пропеллеров всего два. О, беда. Один пропеллер вот в таком виде ко мне приехал. Надо будет сразу заменить или попытаться выровнять. Да он выравнивается вроде. Да, выровнялся. Думаю, что с ним будет все в порядке. Посмотрим, как у нас вставляется аккумулятор. О, переключатель on-off. Это очень хорошо. А вот и аккумулятор. Между прочим, две банки. То есть гексокоптер обещает быть очень шустрым. А как же его вытащить? Сейчас попробуем его запустить, включить монитор, включить передатчик. Да, зарядный от балансировочного разъема, обычного на две банки. Итак, передатчик. Вот для чего нужны отвертки сразу. Четыре аккумулятора или батарейки. А, и, наверное, в монитор еще надо вставить аккумуляторы. Крышка фиксируется без самореза, это отлично. Монитор требует четырех аккумуляторов формата 3А. Сейчас я их принесу. Так, вставляем. Так, почему-то не работает, наверное, нет контакта. Опа. Летает. Ха-ха.
А сейчас выключить моторы. Я понял, у него, по-моему, есть автовзлет и автопосадка. Монитор работать не хочет почему-то. Точно, автовзлет и автопосадка. Есть. Это вот прорыв, конечно. Такое я видел только на Фантоме до этого. Хорошо, с монитором я буду разбираться, что здесь не так. Может быть, какой-то брак, может быть, что-то я неправильно делаю, может, нет контакта. Короче, квадрик летает, летает стабильно, висит прекрасно, функции очень интересные у него. Полеты будут после, сейчас это была просто распаковка. Поэтому на этом с вами прощаюсь, с вами был Майкл Си. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал.